Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Сегодня собираюсь приготовить одну очень вкусную испанскую штуку. Картофель в классном зеленом соусе, который в таком соусе, подают с жареной рыбой. Для приготовления картофеля нам понадобится лук порей, лук репчатый, зеленый перец сладкий, чеснок, ну и еще сухое белое вино. Начну с подготовки чеснока и перца. Обжаривать надо все на ароматном оливковом масле Extra Virgin. Огонь средний, чтобы аромат масла сохранился, чтобы оно не сгорело. Пока все обжаривается, чеснок и лук надо нарубить. Процесс идет. Еще для этого блюда понадобится рыбный бульон, на который прекрасно пойдут рыбные хребты. Картошку нарежу кружочками небольшой толщины. Что тут с овощной основой? Пора класть картошку. Сейчас надо томить картошку до тех пор, пока она, по крайней мере, до половины не приготовится. Дело в том, что для правильного вкуса этого соуса в него нужно добавить белое сухое вино. От кислоты винной картошка стекленеет. Ее готовность нужно будет ждать очень долго. Поэтому сначала дожидаемся, чтобы поверхностный слой картошки уже приготовился, тогда кислота ей будет не страшна. Ну, пора заниматься рыбой. Это у меня мерлуза. Она была заморожена, я ее разморозил. В России продается под наименованием хек. Яйцо разболтаю с солью. Рыбу обжаривать буду на рафинированном масле. Картошка уже полуготовая. Самое время добавить вина. Легкая, летняя, приятная. Знаете, для готовки нужно выбирать не самое дешевое вино, но и не самое дорогое, а такое, которое вы в жаркий летний день с удовольствием бы выпили для того, чтобы освежиться, так сказать. А про рыбу не забываем. Вино уже частично выпарилось, вкус сконцентрировался. Самое время влить рыбный бульон и тут же посолить. Отлично. Осталось совсем немного. Рыба дожаривается, картошка почти готова. Нужно приготовить махаду. Это такой зеленый соус на основе оливкового масла Extra Virgin обязательно. Петрушки, зубка чеснока, лимонного сока и цедры. Для сегодняшнего варианта в махаду пойдет еще немного свежего зеленого базилика. Аромат волшебный.
и чуть-чуть пожужжать. Махада готова, рыба тоже. Остается приправить и можно садиться за стол. Можно такую штуку и по-домашнему подавать, но я выпендрюсь и переложу в порционную сковородку. Будет эдакая типа ресторанная подача. Вот такая простецкая, но дико вкусная штука. Начну с картошечки. Слушайте, волшебно. Вот это вот сочетание тушеной картошки со сладким перцем, с луком пореем и с вином создает прям какой-то очень, очень испанский вкус. Это очень традиционный, не скажу испанский, по крайней мере, валенсийский. Это очень валенсийский вкус. Прям классно. Так, теперь рыбка. Ну-ка, этот кусманчик. Я, в принципе, люблю жареную рыбу. А тут рыба сочетается с этим классным зеленым соусом, с этой махадой. Прям супер. Слушайте. Все, я буду доедать за кадром. Готовьте. Готовьте, наслаждайтесь испанской кухней. Огромное спасибо за компанию, за лайки, за дизлайки. Если вам что-то не нравится, не стесняйтесь пиндюрить дизлайк. Нравится? Ну, шлепните лайк, чтобы я знал, что все делаю правильно. Спасибо за компанию. Всем пока.